Всем здорово, народ, попали на канал Дядя Некит. Вернул вебку в привычное положение, потому что записывал его вон примерно вот оттуда. И как бы комнату было видно очень плохо, свет очень плохо падал, да и в целом. Возвращаемся в привычный формат. Сегодня у нас с вами будет очередная часть рубрики «Без рынка и без доната». Сегодня у нас воскресенье, последний день. И давайте последний день проведем ярко. Сегодня мы с вами заберем Эмре Кан, его 92-го рейтинга «Рамадан». Да, именно прямо сейчас мне такое сообщение пришло от мусульманского Нового года. Ну и, конечно же, также сегодня долгожданный финал чемпионата Европы по футболу. Да, совсем скоро в реальном футболе будет финал. Ну, на данный момент полуфинал уже совсем скоро будет на момент снятия этого ролика. Но, в любом случае, сегодня у нас финал, где я обещал показать сопернику, да и в целом просто давайте красиво завершим карьеру за сборную Голландии в последний день рубрики «Без рынка и без доната» недельной части. Напоминаю, что если вы хотите вторую недельную часть, то теперь для недельной части надо поставить 100 лайков. 100 лайков хотя бы на одной из частей, тогда будет вторая недельная часть. Я чувствую, что мне придется попотеть знатно, потому что я действительно ежедневно монтировал, снимал, где-то ночами не спал, где-то просто не спал, для того, чтобы просто успевать. Поэтому я надеюсь, что мои старания будут окуплены. Стойте, подождите, пожалуйста, пока меня не сожрал динозавр. Пожалуйста, дайте мне 30 секунд. Подпишитесь на этот канал. Обязательно поставьте этому видео лайк. Также не забудьте написать комментарий 4 слов, чтобы продвинуть это видео рекомендации YouTube. Ну и все, я пошел, пока. Итак, мы с вами FIFA Mobile. Сначала, как я и обещал, мы забираем награду. Награду мусульманского Нового года, Рамадан, где нам дадут 92-го Эмре Кана. Итак, он выпадает нам в паке. Великолепная карточка, кстати говоря, из моего любимого клуба Боруссия Дортмунд в чемпионате Германии. В чемпионате Германии я болею за Боруссию Дортмунд. Интересный факт, ребята. Первые зрители, кто вот моего канала, кто меня сейчас вот первый раз смотрит, вам будет интересна информация, потому что кто меня смотрит давно, знает прекрасно. Ну а так... Думаю, сейчас в целом это не особо важно, потому что мы заходим в карьерку, а вернее нет, сначала давайте зайдем в дополнительное время. 24 миллиона монет, напоминаю, мне на аккаунте, 2500 самоцветов. Вполне возможно, если мы сегодня выиграем, а мы сегодня выиграем, мы получим очки и, может быть, тоже что-то хорошее откроем. Опа, легенда! Ребята, легенда нам выпадает в дополнительном времени, это Джеймс Милнер. Кто его помнит, ребята, лайк ставьте. Легенда Манчестер Сити, Ливерпуля. Это, кстати, по-моему, один из лучших. Короче, по-моему, Джеймс Милнер, если я не путаю, можете поправить меня в комментариях, является лидером по количеству игр в чемпионате Англии. У него около 1000 игр в чемпионате Англии. И вот она, эта карточка великолепная. Поправьте меня обязательно, если я ошибаюсь. Но, по-моему, он чуть ли не лучший, если не лучший по играм. Также давайте сначала зайдем еще в мой стартовый состав. Я вам покажу, как он выглядит примерно вот таким вот образом. Очень разноцветный, очень интересный, разный. Вот такие вот карточки. Причем тоже очень такие они получаются колоритные. Ну, такие они тоже. Ну, кто понял, тот понял. Давайте сразу прокачаем Тони Кросса. Стоп, что? Да. Вливаем Маскерана, пофиг, что 91-й. Я вливаю Маскерана. Вот кто мне написал, типа, он потратил Маскерана. Да, я потратил Маскерана, я еще раз трачу Маскерана, потому что у меня таких Маскерана будет еще 35 штук. А Тони Кросса прокачать, дело, сами знаете, святое. Тем более, если есть вероятность сделать рейтинг состава 97. А вероятность такая есть, поэтому мы делаем макс, максималку, десятка. Еще плюс десятка. И теперь у нас почти сотый рейтинг... игрока есть в составе. Это очень даже здорово, это круто, это великолепно. Мы будем идти в этом направлении. Тем не менее, 96 везде по 96. Просто что происходит? Блин, нет, 97, походу, мы сегодня не сделаем. Блин, а я надеялся. Ладно, ничего страшного. Штеген, тренировка, тренировочка, тренировочка. Нет, мы не сможем, можем повысить ранг, тоже не можем. Ладно, выходим отсюда, мы здесь только зря просто тратим время. Заходим в игру, турниры. Чемпионат Европы, сборная Голландии, и в финале нам попадается сборная Германии. У нас была вероятность также играть с испанцами, но не сегодня, ребята, не сегодня. Давайте сразу я сделаю очень важное перестроение. Я считаю, что это перестроение будет справедливое. И мы заходим в роли. И капитаном я назначу, сейчас, возможно, будет для кого-то сенсация, удивление и так далее, я ставлю Хави Симмонса. Кто знает... Кто смотрел всю карьеру, кто смотрел ее от начала до конца, тот видел, какой великолепный Хави Симмонс. Он лидер этой команды, он лучший игрок. И он, кстати, в реальном футболе тоже лучший. Он вот буквально недавно тоже поучаствовал в результативных действиях в реальном футболе, в чемпионате Европы со сборной Голландии. Ребята, это финал. Это финал сборной Голландии, Нидерланды против сборной Германии. Очень сильно хочу завершить эту карьеру, вернее, недельную часть победой. Также
Это будет мой первый чемпионат Европы, чтобы вы понимали. Ребята, это будет мой первый чемпионат Европы на запись. Реально. То есть я не на запись, и не на запись еще не брал чемпионат Европы, поэтому я бы хотел сейчас это сделать. У меня был чемпионат мира, Лиги чемпионов, чемпионаты России, кубки Германии всякие. Но именно чемпионат Европы, вот этого вот трофейчика, красавчика у меня не было. Ставим все в нападение, и поехали, нас встречает. Я так понимаю, это стадион Берлин, а может быть не Берлин, может быть это какой-то другой стадион. И мы сразу тут же забираем мяч под наше владение. Я не буду здесь играть в какой-то космический футбол. Сразу, ребята, кто ждет от меня чего-то интересного, не ждите. Но я пообещаю, что я постараюсь выложиться на максимум и сделать все возможное, чтобы болельщики сборной Голландии и в целом нидерландского футбола были мной довольны. Гакпо, и это нарушение правил. Сколько мне известно, действительно, это нарушение правил. И мы зарабатываем очень хорошую опасную стражу, которую бьет у нас вратарь, чтобы вы понимали. Так, давайте посмотрим. Кипер бьет поворотом. Кипер! Кипер! Что творится, кипер? Вы где-нибудь такое видели просто? Кипер забил со штрафного. Охренеть! Что творится просто? Кипер в 9 дал, блядь! Ближнюю 9! Он еще такой, поняли? Он пробил, такой думает, не, вернусь-ка я на ворота, мало ли я не забью. И просто 0-1! Просто голкипер забил в финале чемпионата Европы по футболу. Охренеть! Охренеть! У меня все было! Я финалы разным образом выигрывал, но именно таким образом, если я выиграю этот финал, я его не выигрывал. Отлично, счет 0-1, и это великолепно, это сборная Голландии, ребята. Это голкипер, который хочет быть лучшим игроком этого матча, и он им станет, если мы выиграем 100%. Тем не менее, мы продолжаем катать, продолжаем разыгрывать какие-то опасные комбинации. Тем не менее, и Хави Симмонс тоже тут же, тут поспел, как везде поспел. Ай, Ван Дайк, очень-очень выдвинулся Ван Дайк, хорошо, здесь прям браво. Здесь прям реально браво, Хави Симмонс. Хави Симмонс делает финт с пятки на пятку. Хави Симмонс вновь с мячом. И он видит забегание Мемфиса Депая, который... Что делает Мемфис Депай? Он будет бить поворотом, и он забивает гол. 0-2, Мемфис Депай. Все, я думаю, здесь точно все. Сборная Голландии, скорее всего, чемпион Европы. Я не думаю, что я упущу преимущество в два мяча. Я бы мог сейчас нагнать интриги и сказать, о господи, все равно интрига живет, там шансы есть. Но нет, ребята, моя сборная Голландии очень сильная. Хави Симмонс, я напоминаю, он записал сейчас на свой счет плюс одну голевую передачу. И это про вопросы про лидера. Возможно, у кого-то они были, кто-то ржал над тем, что... Хави Симмонс? Интересно, он же ребенок. Ну да-да-да, этот ребенок в 20 лет лидер сборной Голландии, причем в реальном футболе, кстати, тоже. Ну, так что как-то так. Тем не менее, мы продолжаем играть в очень свободный, красивый, холодный футбол. Знаете, такой, знаете, вот просто вот аккуратный в том плане, что не боимся. Нам пофиг, мы играем вот как играем. Вот как играется, мы играем. Это фримпон, который проходит, еще раз проходит, передачу делает. Здесь... кто-то с мячом, здесь еще с мячом, можно было, кстати, по сути бить, я что-то здесь вообще начал катать, дотал его просто, 0-2, тем не менее, я просто спокоен, я знал, что мы выиграем, это не было какой-то там проблемой. Хави Симмонс бьет поворотом, Депай добивание, ай-яй-яй, ну как же здесь можно было не забить? Так, ладно, давайте выпустим Бергвейна, Думфриса и давайте Малина вместо Гакпо. Какой бы ни был лучший бомбардир Гакпо, но Малин тоже в реальном футболе оказывается неплохо. Он забил два мяча. Ребята, это финал чемпионата Европы. Вполне возможно, счет должен был быть совершенно другим. И он, возможно, был бы совершенно другим, если в реальном футболе встретились сборная Голландии и сборная Германии. Но это FIFA. И здесь не бывает так, как бывает. Отлично, сразу тут же Думфрис. Только вышел на замену Думфрис. Думфрис. Можно в целом в центр простреливать, а можно что-то придумывать. Это Малин, это Де Йонг, ай-яй-яй, это ошибки, это большие ошибки. Хави Симмонс, давай капитану, возвращайся в оборону, отрабатывай за всех. И капитану, ай, я хотел сказать, что капитан отнял мяч. Я, кстати, напоминаю, что мы продолжаем играть в нападение. У нас дыры такие в обороне, что просто мама не горюй. Но тем не менее, хорошо, 0-2, блин, держится счет. Мы до сих пор, кстати, не пропускаем. То есть мы, по-моему, в плей-офф ни одного мяча не пустили. Это тоже интересный факт такой. Но я хочу разгромить прям Германию, если честно. Прям у меня дикое желание есть это сделать. Прям бешеное, я бы сказал. Ай-яй-яй, здесь какой-то странный финт от Малина Вермалина. Нормально. Бергвейн. Спокойно отнимается мяч. Симмонс. Бергвейн. Проход. Бергвейн. Снова, ну тут в Рюдигер он воткнулся. И, кстати говоря, по-моему... Нет, это штрафной удар... пользу сборной Германии, блин, я хочу разгромить, пожалуйста, можно мне разгромить эту сборную. Кипер снова с мячом, ну что ж, ребята, бросая мяч и за кипера бежим, делает счет 3-0. Ладно, я уважаю все-таки сборную Германии, не буду их прям так унижать.
Тем более это ни к чему. Думфрис. Малин. Оп. Передача. Ай-яй-яй. Это может быть выход опасный. Выход Делихт хорош подстраховал. И тут же сразу же просто Симмонс выкручивает эту передачу. Депаю, который просто на скорости сейчас уходит. Мемфис. Мемфис Депай. Где мой Верхост, блин? Бипай бьет. Ай-яй-яй, защитник. Как же вовремя защитник поставил свою ногу. Это был бы 3-0, я вам гарантирую. Итак, последний шанс. Навес. Это на Ван Дайка идет навес. Я хочу забить, чтобы кто-то сделал счет 3-0. Акия. Возможно, последний... Нет, не дадут, не дадут. И тем не менее, 0-2, ребята, все. Сборная Голландии, чемпион Европы по футболу. 2024, вот вы, Хави Симмонс поднимает трофей. Оле, Хави Симмонс. Ребята, вот он лидер, вот она молодая кровь. Вот она сборная Голландии, которая справедливым образом забирает этот трофей. Один из главных трофеев в международном футболе. А главный задел в этом... чемпионате Европы сделал, конечно же, наш голкипер, который просто взял и пробил штрафные. Я уже даже забыл, что я по приколу поставил вратарей бить штрафные. Я, кстати, так всегда делаю. Но тут просто реально хорошая точка. Я не думал, что он забьет, а он забил. Это лидер тоже нашей команды, потому что голкипер, помимо того, что он не пропускал по ходу всего плей-оффа, и в целом в группе он мало пропустил, он еще и забил, оказывается. Плюс один у него получается по гол плюс пас. Какой красивый гол в ближний угол. Это лучший гол этого финала 100%. Один из лучших голов этого чемпионата Европы для сборной Голландии. Это Вербруген. Или Вербруген, Вербруген. Ну, в общем, быстро мы забили два мяча. Я думал, что мы сделаем 3-0, 4-0, 5-0. Но нет, все-таки на 2-0 мы сошлись. И 2-0. Сборная Голландии, Нидерланды, чемпион Европы 2024 года у нас. И мы забираем, кстати говоря, награду. 150 очков компании, они нам тоже нужны. Оле, сборная Голландии, 0-2, отлично. Я сделал это на запись, ребята, я сделал это на запись. Да, мы в плей-офф ни одного мяча не пропустили. Даже давайте посмотрим расписание, сколько мы всего вообще пропустили голов. Всего, чтобы вы понимали, мы пропустили только 2 гола. И эти 2 гола мы пропустили только в одной встрече. Против французов. То есть только одна команда нам забила на этом Евро, это сборная Франции. Мы позволили ей, ну так, чуть-чуть, знаете, повыпендриваться. Давайте на полученные награды откроем наборы. Откроем наборы, откроем вот эти два пака, где все-таки есть вероятность также получить каких-то голландцев в паке. Например, тот же Ван Бастен, тот же Анри. И на этом, я думаю, можно завершить недельный цикл рубрики «Дорога к чемпиону». Ой, «Дорога к чемпиону», говорю, господи, что я сказал. Без рынка и без доната, конечно. Кстати, сегодня 21-я часть, не юбилейная, конечно. Но было бы красиво, если бы на юбилейный еще закончили победы чемпионата Европы. Это прям вообще было бы круто, но нет, не на юбилейный. Тем не менее... Все это, конечно же, круто. Что я еще хотел здесь сделать? Я хотел зайти, наверное, в основную, да. И давайте. Кстати, опять же, в ролике мы до сих пор не проиграем, я вам напоминаю. Может быть, кому-то это было интересно. Сюда мы это тоже оформили. Что надо сделать, чтобы получить Маскерану? Кстати, вот это интересно, очень, очень интересно. 5 игроков 90+, а если я не хочу их сливать, можно как-то этого избежать? Собослай. О, ну ладно, в целом можно сделать так. Нет, не хочу делать так, блин, я не хочу сливать Собослая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот это, конечно, проблема. Ладно, сделаем вот так, во, все. Сейчас забираем Маскерана, все. Плюс один, я говорил, что у нас Маскерана много, потому что я видел, что мне там в комментариях кто-то написал. Он слил Маскерану. Да, я реально сливаю Маскерану, это делаю специально. Потому что Маскерану это ранг, прокачка ранга. Ранг мне нужно качать, это 100%. Я хочу видеть у себя в команде сильную команду. И сейчас мы опять будем повышать ранг, сделаем это Маскерану. Еще раз качаем. Терштеген 92 рейтинга сюда. Блин, я хочу плюс один овер сделать к составу. Можно это сделать? Блин, мы так быстро... Вот реально мы в первые 5 частей так быстро овер прокачали. А сейчас просто встали мертвым грузом, блин. 96 рейтингом. Уже сколько выпусков подряд у нас 96 рейтинг. Ничего никуда не качается. А надо бы уже. А хотелось бы. Потому что ну уже пора, я считаю. Итак, 92, 96, опять же 96. Блин, ну что такое? Что делать, чтобы у меня был 97 рейтинг? Как это сделать? Что с составом поменять? Может быть, есть какие-то советы? Советы для новичков? Так... А, еще и рейтинг падает. Ну его нахер. У меня еще рейтинг, оказывается, падает. То есть 96-й это, типа, минимальный из всех минимальных? То есть, что, блин, за бред? Мне нужен 97-й, алло. Так, стоп, у меня что, 2 тяга силы, что ли? Понял, принял, обработал. Записал эту информацию в свой листочек. Я же, кстати, еще Гарначо получил. Тоже как факт интересный. Ну, понятно, понятно. 3-5-2. Здесь, кстати, тоже очень интересно, как будет располагаться у меня здесь Team of the Season, как говорится. ЦП.
Ну понятно, блин, ну нихера. Блонды и брюнетки. Мне не важно. Я спятью. Бабки и иномарки. На-на-на. Кстати, через 25 часов открываются полуфиналы. Но это мы уже увидим в следующей части рубрики «Без рынка и без доната». На этом, я думаю, что можно закончить. Всем огромное спасибо за просмотр. Я не думаю, что здесь в целом можно что-то такое получить. Очки абонемента, но это в целом тоже все не важно, не нужно. А здесь... А, ну вот, кстати, можно забрать награду. Ура, ура, ура. Забираем награды, которые тоже не нужны. Думаю, все. Думаю, все. То есть мне особо вам больше показать нечего. Я и так выжил максимум. Пытался выжимать максимум на протяжении всей недели. Потому что это тяжело, очень тяжело, когда ты каждый день, просто тебе нужно каждый день что-то новое показывать. Это не, ну, это не бывает так. Ладно, давайте, вот все, за 1500 открываем набор. Копа Америка, пожалуйста, если повезет, повезет, если не повезет, ну, не повезло уже, понятно, я уже вижу, что не повезло. 88-й, кстати, выпал рейтинг, Жузино, сюда и Себное завози. Так что все, я очень был рад делиться с вами эту целую неделю, надеюсь, вы тоже. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, не забывайте про мой телеграм-канал. Увидимся с вами уже совсем скоро. Всем пока.